Сегодня в Приднестровье завершился отопительный сезон. На остановку оборудования котельных уйдет несколько дней. В целом 2-3 дня у нас уходит на перевод оборудования в летний режим. У наших абонентов может быть понижена температура горячего водоснабжения и не больше. То есть мы закрываем сети теплоснабжения и в тот момент, когда мы работаем на сетях, естественно, чтобы в избежание несчастных случаев и травматизма, мы снижаем температуру и уменьшаем давление в сети. Больницы и родильные дома, коррекционные школы, реабилитационные центры, дома-интернаты для престарелых тоже отключили от тепла. Но, как рассказали в ТИРОС Теплоэнерго, в случае необходимости тепло им готовы подать снова. Есть вероятность того, что при понижении температур, ночных температур, мы возобновим подачу тепла в объекты Минсоца и Минздрава. Это если, как говорится, по письменной заявке руководителей данных учреждений. То есть котельные, которые обеспечивают больницы, объекты социального назначения, детские дома и так далее, они будут, фактически эти котельные еще будут в горячем резерве. То есть они будут зарезервированы, и в любой момент мы можем возобновить подачу тепла. Уже на следующей неделе начнется подготовка к новому отопительному сезону. Будут ремонтировать теплотрассы, оборудование котельных и теплопунктов.